Мастер спорта международного класса Камил Магомедов приехал поддержать тверских бойцов международного турнира К1 «Максимум», который состоится 6 декабря. На днях наша съемочная группа стала свидетелем их совместной тренировки. Подробности в следующем материале. До начала турнира остается все меньше времени, но тверские спортсмены стараются не упускать ни минуты. Вот и сейчас каждый из них максимально сосредоточен и впитывает всю информацию, которую до них доносит Камал Магомедов. Он приехал провести мастер-класс перед ответственным турниром, который станет для наших спортсменов настоящей проверкой на прочность. Мы с президентом федерации общаемся, дружим, как бы, да, и попросили провести небольшой мастер-класс. В общем, ребята уже опытные, все понимают, все, никаких проблем не составляет. Ну, думаю, ребята выступят тоже хорошо, у них скоро соревнования. Совместная тренировка с бойцом такого класса стала возможной благодаря президенту Тверского регионального отделения Союза ММА России Хаджимурадову Сергею Казимурадовичу. С новой организацией во главе с Сергеем изменился не только подход к подготовке спортсменов, но и уровень участников турнира. Впервые вообще, в принципе, в Твери такого уровня турнир проходит, и чемпионский бой, международный турнир. Будут много значимых гостей. Это очень большой толчок в развитии спорта Тверской области. Всем советую прийти туда. И в дальнейшем, я думаю, что если данный турнир пройдет на хорошем высоком уровне, я в этом не сомневаюсь, такие турниры еще будут и в следующем году. От Тверского региона на ринг выйдут известные спортсмены Юрий Заатов, Кирилл Васильев и Александр Малафеев. Как раз Александр и примет участие в главном поединке турнира против немца Андреаса Бастрана за звание чемпиона мира по кикбоксингу. Еще одним бойцом из Твери станет Тимирхан Ахтемиров. Он выйдет на ринг на бой по правилам ММА. Именно он стал главным спарринг-партнером у Камила Магомедова на прошедшей тренировке. Тренировка прошла очень плодотворно. Всякие разные фишки, что в партере, что в стойке. Видно, что очень высокий класс у Камала Магомедова. Посмотреть на яркие бои сильнейших бойцов России и Европы соберутся более 2000 зрителей. Грандиозное шоу состоится 6 декабря в спорткомплексе «Юбилейный».